ценных бумаг. Майнинг, ICO, биржи, организация этих бирж. Это очень важный вопрос, потому что они непростые. Дальше, фьючерсы и другие производные. Криптовалюты, как финансовые инвестиционные инструменты. Операции. Вот примерно такой глобальный масштабный перечень тех дисциплин, которые мы будем давать. По оценке специалистов, такие знания в будущем будут особенно актуальны. Весной прошлого года президент поручил создать условия для превращения Беларуси в IT-страну. И в конце декабря Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики. Его нормы эксперты назвали революционными. В стране созданы благоприятные условия для создания и роста инновационных компаний. До 2049 года продлевается особый правовой режим в парке высоких технологий. Его резидентами могут стать организации, которые работают с технологией искусственного интеллекта, разрабатывают программное обеспечение, занимаются майнингом криптовалют. Кроме того, Беларусь первая в мире законодательно закрепила и легализовала правила работы с технологией блокчейн. Впрочем, эффект